как Вот ты сейчас шарик шьешь, сколько не напрягаясь в день получается? Не напрягаясь, ноль. И вообще не напрягалась пару недель. Как бы стыдно не было, но да, до шарика, я же говорю, я его положила в планер, и все, он там так красиво лежит, так аккуратненько. Да, я наболевшим тот случай, когда вышивку, говорит, нельзя спрятать и забыть, потому что у Анжелики бешеный размер сирень, аж на станке. Это у тебя столько иголок в одном процессе, так ты типа паркуешь уже? Энджи, это только третья твоя выжавка. Ну хорошо, допустим, четвертая, но ты уже паркуешь, а я еще даже не знаю, что это такое. Энджи, органайзер Дубко. Нет, я уже почти выучила. Женя показала тут как раз на днях в видео. Я уже прям начинаю почти разбираться. Чем столько иголок? У меня одна иголка на весь дом.